Следующая программа стала возможна благодаря вам, партнеры телеканала CNL. Эта программа стала возможной благодаря щедрым дарам партнеров служения Бенни Хина и таких зрителей, как вы. Если бы не Библия, мы говорим о силе Божьего Слова. Я проповедовал много раз, и некоторые из этих проповедей нужны были мне самому. Я должен был заглянуть в свои заметки и посмотреть, что я проповедовал другим людям. И вы знаете, это на самом деле действует. Сегодня пастор Бенни Хин расскажет нам об идеальном Божьем плане, который имеет прямое отношение к его личной жизни. Сегодня ваш день. Более 30 лет служение Бенни Хина благовествует людям о Божьей любви. Благодаря вашей поддержке миллионы людей поверили в Иисуса Христа, пережили исцеляющие чудеса и приняли любовь с распростертых рук. Вы меняете мир. От собраний на стадионах до концертных залов сила Божьей спасающей благодати и исцеляющей милости сходит на миллионы людей на крусейдах во всех уголках мира. Божий Сын искупил вас! Многие принимают Христа как своего Спасителя, и обетование исцеляющей Божьей силы является в собраниях. Благодаря вашей молитвенной поддержке этого служения, Слово Божье достигает погибающих. Страждущие обретают мир и исцеление. Тысячи детей имеют ежедневное пропитание, кровь над головой и медицинскую помощь. Это касается людей. Их жизни меняются. В потерянном и страждущем мире ваша партнерская помощь сделала все это возможным. Вы меняете мир. Я верю, что Бог сотворит для вас нечто чудесное. Я действительно так думаю. Кто из вас верит, что Бог всемогущий отвечает на молитвы без промедления? Знаете, я хочу быть честным с вами. Сегодня утром я был здесь и хочу сказать вам то, что сказал другим. Прошлый февраль был ужасным месяцем для меня. На самом деле, прошлый год не был хорошим для меня, потому что моя жена подала на развод 2 февраля 2010 года. Я слушал Терри МакКеллимана в то утро. Я провел прекрасное время с Господом, когда мне позвонил ее адвокат. «Брат, вы можете потерять помазание. Тот, кто говорит, что вы не можете потерять его, не знает, о чем говорит. Когда мне позвонил адвокат, я утратил помазание. И затем все посыпалось. На следующий день средства массовой информации начали говорить об этой ситуации, а люди начали выдумывать свои истории о том, что же случилось? Но то, что случилось, это личное. Дамы и господа, в жизни со всеми нами случаются различные вещи, хорошие и плохие. Мы не понимаем, почему некоторые вещи происходят с нами.
Но что шокировало меня больше всего, это то, что случилось с моими детьми. Знаете, иногда очень тяжело быть известным проповедником. Иногда ты хочешь, чтобы тебя никто не знал. И все в моей жизни стало настолько тяжело. Я не буду вдаваться в подробности. Затем я начал узнавать о том, как дорого разводиться. Вы знаете, сколько я потратил на адвоката? $500,000. $500,000. Потому что в Калифорнии ты должен платить за своего адвоката и адвоката жены. И эти адвокаты не из дешевых. И я воскликнул Господу и сказал: «Господь, как мне пережить это?» Эмоционально и финансово это очень нелегко. Я не хочу забирать время и рассказывать вам об остальном. Но Бог отвечает на молитвы. Иногда вы получаете настолько сильный удар, что не знаете, сможете ли вы после него оправиться. Знаете, я не из тех людей, кто любит одиночество. Самое сложное для меня, как и, наверное, для большинства из вас, это быть одному. Я никогда не был одинок за всю жизнь, потому что до того, как жениться, я жил со своей семьей, и в нашей культуре было принято жить дома до того, как женишься. Затем я женился, и у нас родились дети. Но неожиданно для меня я остался один. Очень сложно остаться одному в 57 лет. Приходишь в пустой дом. Это сложно. Очень сложно. Особенно сложно ночью, когда тебе не с кем поговорить. Мы, люди, относимся к этому как к должному. Если вы женаты, то все просто. Мои дети все пошли своим путем. Джессика и Джош переехали во Флориду, Таша поехала в Северную Калифорнию, а Лили поехала учиться в Тамакалан. Я остался один. Хочу сказать вам, если бы не Библия, мы говорим о силе Божьего Слова. Я проповедовал много раз, и некоторые из этих проповедей нужны были мне самому. Я должен был заглянуть в свои заметки и посмотреть, что я проповедовал другим людям. И вы знаете, это на самом деле действует. Это имеет силу. Затем мне нужно было разобраться с финансами для развода. Каждый раз, когда эти адвокаты говорили по телефону друг с другом, я платил им. Мои счета достигали $50,000. Потому что я не мог контролировать действия адвоката Сьюзен. Я даже не мог контролировать то, что делал мой адвокат. Они постоянно говорили друг с другом, а я платил им за это. И мне это не нравилось. Вы так тихо сидите, и я рад этому. Это значит, что вы слушаете меня. И вот я пошел к проповеднику, к мужу Божьему, чтобы он помолился за меня, потому что мне нужно было, чтобы кто-то помолился за меня. Муж Божий, которого я уважаю. Я пошел к нему домой и сказал: «Помолись за меня. Мне нужно поговорить с кем-то. Существует не так много проповедников, которым мы, проповедники, можем доверять. Потому что они могут пойти и рассказать всему миру о том, что мы им говорили». Но этому человеку я доверял и готов был доверить ему свою жизнь. Я пошел увидеться с ним и сказал ему: «Пастор, я хочу, чтобы вы помолились за меня». Много лет назад он рассказывал мне, что хотел быть моим пастором, но этого не хотел я.
Зато теперь я хочу этого и постоянно встречаюсь с ним. Когда я был у него дома, то встал на колени, и он возложил на меня руки. Я был у него на прошлой неделе, и он сделал то же самое. Он и его жена. Это был очень важный момент для меня. Когда он возложил руки на меня, то сказал: «Бенни, я вижу, что дьявол хочет уничтожить тебя в душевной сфере. Я вижу, как он бежит за тобой и пытается набросить оковы на твой разум». Но затем он сказал: «Бог осветит тебя снова». Я почувствовал, как через меня прошла сила. Я начал плакать. Он тоже плакал. Этот человек плакал и молился за меня. И когда я встал, Господь проговорил ко мне. И я никогда не ожидал, что Бог скажет мне такое. Я даже не думал об этом. Иногда Бог говорит нам то, о чем мы даже не задумывались. Он сказал: «Отдавай этому проповеднику каждый месяц по $2000». Я подумал: с чего бы это? Отдавать ему $2000 каждый месяц? Мне было бы легче, если бы Бог сказал: дай ему $2000 сейчас. Но Господь сказал: каждый месяц. Это было уже не так просто. Я начал думать: как я буду давать ему по $2000 в месяц, когда мне нужно платить по всем счетам и еще адвокатам? В сентябре я выслал этот чек с большим трудом. Каждый, кто говорит вам, что посылает чеки с легкостью, врет. Мне было больно. Но я был уверен, что ко мне проговорил Бог. И я должен был повиноваться. Через неделю я зашел, чтобы проверить свой счет. И увидел, что эти деньги сняли. Слава Богу за интернет. Сняли? Да, он обналичил их. И через несколько дней, а точнее 3 октября, пара подошла к Бобби, члену управления служения. Сам он из Бостона. Он покаялся на нашем крусейде в Вустере много лет назад. И сейчас этот драгоценный муж является членом правления служения. И они подошли к нему и сказали: «Мы можем поговорить с пастором Бенни?» Господь проговорил к этой паре. И вот что они сказали мне: «Пастор Бенни, мы всегда любили вас. Господь проговорил к нам и сказал оплатить все ваши растраты на юристов». Все растраты. Вы больше не заплатите ни единого цента адвокату. Они сказали: «Мы только что нашли газ на нашей земле». И штат Техас заплатил им миллионы за разработку этого места. Я здесь, чтобы сказать вам, что с 3 октября эти драгоценные люди, эта пара, покрыла все мои расходы на юристов, которые в итоге составили $500,000. Но затем они сказали мне то, что удивило меня еще больше. Они сказали: «Бог сказал нам благословить вас и каждый месяц присылать вам чек. И этот чек будет зависеть от того, сколько газа будет найдено». И я подумал: «Боже, обычно я плачу за газ, но теперь газ платит за меня». Но когда я уехал из дома этого проповедника, этого мужа Божьего, когда я выехал от него, то услышал, как Господь сказал: «Ты действительно сделаешь это?» Я выезжал из его двора, и Господь сказал, говорю вам дословно: «Теперь не будет никаких утрат». И я как раз собирался повернуть, как вновь услышал: «Полное восстановление уже на пути к тебе». И
А затем случилось то, чего вы даже не можете представить себе. Я ехал по улице, и Господь сказал: «Полнота избытка уже на пути». Через несколько дней эта пара подошла к Бобби. И потом они сказали мне в Лондоне. Они были там со мной. Мы ели там овсянку. Эта пара сказала, что они будут присылать мне чек каждый месяц. О боже, а ведь ты говорил мне, что больше не будет потерь. Ты позаботился обо всем. Ты пообещал мне полное восстановление, и я получил его. И ты пообещал мне полноту избытка, и я получаю ее. Вот что называется быть в благоволении. Через минуту пастор Бенни вернется к вам. В 2011 году пастор Бенни запланировал провести множество крусейдов по всему миру. Посетите наш веб-сайт и придите на служение, чтобы получить учение по Слову Божьему, провести особенное время в поклонении Богу и увидеть чудотворную силу Духа Святого. Ваша жизнь никогда не будет прежней. Присоединяйтесь к нам, когда мы будем поклоняться Господу в духе и истине. А теперь давайте послушаем, что пастор Бенни хочет сказать вам напоследок. А теперь главное. Я обещаю вам перед лицом Бога, которому я служу. Господь сказал мне: «Скажи своим партнерам, всем, кто стоял с тобой, что я сделаю то же самое и для них». Кто из вас является моим партнером? Поднимите ваши руки. Держите руки. Скажите: «Хватит потерь». Полное восстановление. Полнота избытка. Я хочу, чтобы сегодня вы посеяли семя. Именно так все начинается. И оно сосредоточено на том, чтобы избавить вас от потерь. Вы верите в это? Я хочу увидеть вас. Вы верите в это? Если вы не верите в это, то вы не примете это. Вы должны поверить в это. Когда Бог проговорил ко мне, я поверил. Я не знал, как Он это сделает, но Он сделал это всего за несколько дней. Поднимите ваши руки и скажите: «Хватит потерь». Неделю. Поднимите ваши руки и скажите: «Хватит потерь». Скажите: «Это мой год». Хватит потерь. В этом году будет полное восстановление. В этом году будет полнота избытка. Я верю в это. Люди Божьи, я хочу, чтобы вы пожертвовали как можно скорее. Я хочу, чтобы ваша вера ожила. Многих из вас не было здесь сегодня утром. Послушайте меня внимательно. Я прошу вас посеять сегодня $1000 на Божьи дела, потому что ваш дар должен тронуть Бога. Это вера. Все дело в вере. Вера не нужна для того, чтобы дать $10. Большинство из вас могут дать $10 и ничего не почувствовать при этом. Но это должно двигать вашу веру. Иначе это не коснется Божьего сердца. Бог не движим нуждой. Он движим верой. Когда Бог сказал мне: «Давай этому человеку по $2000 каждый месяц», то это встряхнуло меня. Отец, мы соглашаемся. Скажите: «Отец, мы соглашаемся». Скажите вслух: «Отец, мы соглашаемся во имя Иисуса. Все потери прекратятся сейчас». Люди в Майами получили возможность посеять семя в свое будущее и поверить в то, что в их жизни больше не будет потерь. И мы просим вас, наших зрителей, поступить так же. Это возможно для вас. Дайте 1000, 500 или $100 прямо сейчас. Пожертвуйте, и вы увидите, что Бог сделает в вашей жизни. Да благословит вас Бог! В 2011 году вы можете посетить служение Бенни Хинна, и это может изменить вашу жизнь. К
Crusade Чудес принесет вам новое поклонение с голосами Бенни Хина и даст вам возможность привести друзей и семью, чтобы услышать благую весть об Иисусе Христе и пережить спасение. Вы переживете силу Святого Духа на себе и увидите чудеса исцеления прямо у вас на глазах. Кроме крусейдов, есть еще и конференции, которые помогут вам возмужать в Боге и услышать, как пастор Бенни учит духовным истинам, которые укрепят вашу веру. Пастор Бенни will be in Cape Town, South Africa for a Miracle Crusade March 25th, 26th and 27th at the Good Hope Center, followed by a fire conference in Johannesburg, South Africa on the 29th and 30th at the Christian Family Church. All services are at 7 p.m. And on April 22nd, Pastor Bennie will be holding a Good Friday Communion Miracle Service in Anaheim, California. Service time is 7 p.m. at the Anaheim Convention Center. В мае пастор Бенни будет в Лас-Вегасе с 26 по 28 в Лас-Вегас Хилтон. Зайдите на наш сайт и посмотрите расписание служений, чтобы узнать, когда пастор Бенни будет возле вас. Следите за тем, как будет обновляться список событий на 2011 год. Седьмого мая 2004 года преподобный Пол Тески проповедовал на уроке по изучению Библии. Он и не представлял, что в этот день его жизнь изменится навсегда. Я встал и начал говорить, но через 2 минуты у меня полностью отняло левую часть тела. Это было так, словно кто-то выключил свет, и меня парализовало. И вот, я стою и не чувствую ни головной боли, ни боли в спине, и думаю, что это? Моя нога просто отключилась, но я продолжал говорить, потому что у меня ничего не болело. И вот, когда я говорил, то стоял на правой ноге и думал, это просто нереально. Наверное, все это пройдет. Когда он начал идти к стулу, то я заметил, как и многие другие, что он вдруг начал заваливаться. Он не мог удержаться на ногах и просто упал. Пола отвезли в больницу, где доктора сказали ему, что у него был приступ, и поставили диагноз – паралич левой ноги вследствие сердечного приступа. Через 2 недели Пола выписали из больницы с ходунками, и он начал проходить курс восстановления, которая должна была длиться несколько месяцев. Когда я был в больнице, то увидел, что Бенни Хин приезжает в Балтимор. Это всего лишь 3-4 часа пути от нас. Я знал, что Бог исцелит меня. Я помню, как одна женщина из нашей церкви была у него на служении и получила исцеление в августе 2003 года. Я думаю, что он не случайно приехал в Балтимор, всего через 21 день после приступа. Я знал, что должен был пойти на это служение. Всего через неделю после того, как его выписали из больницы, Пол и его жена Риверс пошли на крусейд Бенни Хина в Балтиморе в ожидании получить исцеление. Когда начала играть музыка, я знала, что что-то должно случиться. Я ощутила это. Я знала, что Пол тоже ощутил это. Во второй части поклонения я начал трястись, словно отбойный молоток. Я не могу объяснить, почему. Риверс сказала, «Что с тобой?» Я ответил, «Я думаю, что Бог исцеляет меня». Я действительно думаю, что Бог исцеляет меня. Подойдите сюда! Давайте, быстрее! Поднимайтесь на сцену! Господь будет использовать вас обоих. Вы готовы? Вы готовы? Прикоснитесь во имя Иисуса. Прикоснись во имя Иисуса. 3 недели назад я проповедовал бизнесменам-христианам в церкви Нью Кэнон. И буквально через 2 минуты после начала проповеди я пережил сердечный приступ. У меня была закупорка в мозгу, и из-за этого мою левую ногу парализовало. Но я успел закончить свою 30-минутную проповедь, не зная, как у меня хватило сил. И после этого меня отвезли в больницу. И вышел я из нее лишь на прошлой неделе. Я знаю Брюса и Лизу Хьюз. И я позвонил им и сказал, «Бенни Хин проводит служение недалеко от нас. Мы не должны упустить такой возможности и побывать на его служении. И Бог восстановил меня. Это действительно чудо, Божья благодать». Протяните свои руки к нему. Пусть с этого дня в его церкви будут происходить чудеса. Мы верим, что этот мужчина и его жена будут проповедовать Евангелие,
что они увидят великие чудеса и знамения, как это было в книге Деяний. Чтобы их церковь пережила приток, приток до избытка Духа. Чтобы Божьи обетования исполнились в этом собрании. Пока только их ноги касаются воды, но скоро эта славная вода жизни потечет так прекрасно и так глубоко, что она привлечет тысячи в эту церковь. Господь, я молюсь о служении чудес, чтобы оно было дано этой паре, которая служит Тебе много лет. Дай им это. Прикоснись, о Боже! Через две недели Пол пошел на осмотр к врачу, и он сказал, что у него нет никаких симптомов болезни, и он полностью восстановлен. Что сказать? Аллилуйя! Это был Бог. У него нет никаких проблем с левой ногой. Чудо произошло в то воскресенье в лютеранской церкви Святого Павла, и эти чудеса продолжаются до сих пор. Пол и Риверс приняли служение исцеления, и они видят, как жизни людей меняются. Иисус Христос исцелил меня, но Бенни Хинн стал тем сосудом, через который на меня излилась сила Божья на том собрании. Люди спрашивают, стоит ли нам ехать на крусейды Бенни Хинна? Конечно, даже если вам не нужно исцеление, езжайте ради прославления, ради молитвы и Божьего присутствия. Это невероятно. Иисус исцеляет, Он не меняется. Он всегда тот же, вчера, сегодня и завтра. Иисус никогда не изменится. Именно в это обетование мы верим и твердо стоим на нем. На мою жизнь. Когда я прочитал книгу «Доброе утро, Святой Дух», то Святой Дух пришел в мою комнату. Он пришел в комнату и изменил мою жизнь. Вы не знаете, но Иисус знает. Я люблю вас, пастор Бенни. Давайте возблагодарим и прославим Его. Программа, которую вы только что посмотрели, вышла в эфир благодаря партнерам CNL.